Вітанечки! Всім фанатам і фанаткам Євротрак Симулятор 2. Ви на каналі Рулік 69. Меня зовут Руслан. Сегодня у нас с вами будет полнейший обзорчик по установке музыки в нашу доблестную Евротрак Симулятор 2. Я почему-то наивно думал, да, что эта тема уже как бы так давно закрыта, что все как бы так в курсе дела, как это все дело делать. Тем более, что на канале есть старые видео, тоже подробненькая установочка, как, что и куда. Но оказывается, не все так просто. Много ребят пишут, что вот хочу поставить свою музыку, да, накидать своих классных таких треков и слушать при покатушках ETS-ки. Но почему-то у меня не получается. Хорошо, поехали, ребятки, будем с вами это все как бы так доскональненько изучать. Да, что вам нужно, мои дорогие? Первое, что вам нужно, зайти в любой браузер, будь то Chrome, будь то Opera, Шмопера и все остальное, в поисковике вбить, да, скачать музыку. И без проблем. Вон, я себе первый попавшийся сайт, это что у нас тут? MP3, ха. Так, диско 80-х, без вопросов, да? Вот это все дело выбило, качай не хочу. Ищи, что хочешь, здесь и за рулем, и фитнес, и день рождения. Ну, короче, ну что я объясняю? Не маленькие дети, все уже в курсе дела, да? Для того, чтобы вам скачать данную музыку, что у вас должно быть? Вот, в документах Евротрак Симулятор 2 у вас должна быть папка вот эта Music, да? Если же этой папки у вас нет, нажимаете правой клавишей мыши «Создать» и «Создать папку». И пишите Music, вот и все. Понятненько, да? Вот так создается папочка. Так, эту мы удаляем, она нам не нужна. Понятно, да? Для того, чтобы вы могли скачивать и устанавливать папка Music в обязательном порядке. Как что сделать данную папку, я вам уже, в принципе, объяснил, да? Ну, а теперь самое интересное. Выбираете себе любую понравившуюся вам песню, либо же альбом. Главное, чтобы у вас было вот скачать, да? Вот и все. Нажимаете сюда. Антон перекидывает, ну, смотря на каком сайте, что, как оно срабатывает. Скачать. И выбираете, опять же, документы, Евротрак Симулятор 2 и папка Music. Выбрали ее. Сохранить. Все, у вас пошла загрузка. Все, вы скачали это дело. Мы же с вами для проверки, да, потому что YouTube блокирует вот это все дело без авторских прав. Мы же с вами вот скачаем для проверочки вот этот трек. Не знаю, что это за трек. Тоже как бы так клацнул первый попавшийся, но здесь музыка без авторских прав, которую можно, в принципе, слушать на YouTube. Хорошо, так и сделаем. Скачать, нажимаем. Скачать, все тоже, да, по пути. Документы, Евротрак Симулятор 2, папка Music, все, сохранить. Все это дело мы с вами сделали, все мы поскачивали. Ну а теперь поехали в ETS, куда посмотрим, что у нас из этого будет получаться. Итак, мои дорогие, мы с вами уже непосредственно в самой игре, да, идем вот в музыку. Интернет-радио нам не интересно, нам интересно вот именно плейлист, да, куда мы с вами понакидывали всю вот эту музыку. Но я себе тут понакидывал, сделал то, что я захотел. Тут у меня и 70-е, и 80-е, и 90-е, и наши украинские гуполки. Короче, бомба. Езжу, мои дорогие, и просто я тащусь. От своего плейлиста, который я себе сделал. Вы также себе этого всего понакидываете, да и тоже будете катать и наслаждаться. Но смотрите, мои дорогие, что еще немаловажно, да? В настройках клавиши и выбираете себе, ну это как бы так по желанию, да? Опускаетесь вниз, 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 самый низ. И здесь у нас что будет?
Самый низ, самый низ, самый низ. Вот у нас радио, да? Проигрыватель. Вы можете там включить-выключить, назначить следующая радиостанция, проигрыватель, громкость. Короче, здесь можете поиграться, да? Настроить себе. Ну, мне же оно, в принципе, как бы так было неинтересно, это все дело. Я себе просто громко сделал, да, уменьшить, увеличить, и все. А так оно меня не парит. Я себе зашел вот в меню музыки. Вот мы сейчас включим то, что, в принципе, можно, да, как бы так в видео на Ютубе слушать. Потому что вот это все геморрой с авторским правом. Ну, такое дело. Так, все, два раза нажимаем. Левой клавишей мышки, все, у нас пошла музыка, да? И мы себе спокойненько переходим в игру и ехаем, но уже громкость. Громкость, в принципе, уже там регулируете под себя, да? Вот, мои дорогие, я думаю, понятненько, да? Теперь ваши покатушки будут как бы так, но поинтересней, скажу я вам. Ого. Да, поприкольней. Я сам обожаю это дело. Покататься с музончиком интересненьким. К сожалению, интересненького музончика тут нельзя прокрутить, потому что весь этот геморрой с авторским правом. Но то, что можно, то мы с вами, в принципе, и слушаем, да? А так, в принципе, балдежненько. Так что я думаю, что объяснил, рассказал, показал, уже не запутаетесь, что, где, как. А там уже будете определяться сами, какую музыку, что вам будет интересненько, да и будете себе катать с музончиком в удовольствие. Класс, да балдеж, что тут говорить. А посему, мои дорогие, буду с вами прощаться. Как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Як завжди, величезна дяка и нижайший поклончик от меня, всем моим спонсорам, всем моим подписчикам. Ребятки, дякую за ту помощь, которую вы оказываете каналу. Быть добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. До новых обзорчиков всем. Пока-пока. И катайтесь со своими, так сказать, любимыми песнями. Ха-ха-ха-ха-ха. Пока-пока.